нас важно, чтобы та команда, которую я представлю, она была профессиональной, она была подготовленной, она была опытной, одновременно была молодой, потому что у Гагаузии молодое лицо. И я уверена в том, что эта команда будет подобрана очень четко, подобрана хорошо. Многих людей из будущего исполнительного комитета мы все знаем. Будут лица, которые появятся впервые в органах публичного управления. Но хочу вас заверить, что вся команда, как и я, будем работать на исполнение всех тех предвыборных обещаний, которые мы давали до 22 марта. В ближайшем будущем мы будем это озвучивать. Я не хочу озвучивать фамилии до процедуры инаугурации. У нас есть законный срок на то, после того, как будет дана мной присяга, мы, соответственно, уже начнем работать с Народным собранием для того, чтобы представить и структуру, и программу исполнительного комитета. Я очень надеюсь на то, что Народное собрание Гагаузии, вот как закончились выборы, я им благодарна. Очень многие позвонили, сразу сказали, независимо от того, кого они поддерживали в период избирательной кампании, они открыто сказали, выборы прошли, выборы состоялись, поэтому мы работаем в команде. Я очень надеюсь на то, что тогда, когда нами будет представлена и программа, и структура, соответственно, мы получим поддержку, потому что жители автономии ждут и от исполнительной власти, и от законодательной власти нормального сотрудничества во благо жителей нашей автономии. Поэтому в ближайшее время сюрпризы будут представлены, они будут хорошие, они будут позитивные. Я думаю, что вы поддержите тех людей, которых я представлю.